Итак, первый план бытия – это минералы, почва, так называемая твердь земная, кристаллы, минералы, камни. И этот план бытия характеризуется такими качествами, как структура, упорядоченность, стабильность, такое спокойствие. И энергия, да, энергия движется медленно, двигается медленно в этом плане бытия. Все же знают, что камни растут, да, только нам это незаметно. Очень медленно. Потому что для нас проходят тысячи, сотни тысяч лет, для них это, наверное, пролетает как миг. Вот. И, скажем, очень интересно, планы бытия пересекаются между собой, переплетаются, и они также представлены в нашем теле. Наше тело вообще уникальное создание, в котором представлены все-все планы. У нас они представлены как минералы, да, знаем кальций, магний, то есть именно вот цинк, то есть именно у нас железо. И когда человеке всего хватает, да, хватает минералов, у него сбалансированный состав минералов в его организме, то он себя чувствует хорошо и, как ни странно, он хорошо чувствует поддержку, стабильность в мире, да, говорят, крепко стоит на земле, на ногах. Вот. То есть есть качества, такие как поддержка, стабильность и структурированность. Если в человеке хорошо сбалансирован минеральный состав, то он, в принципе, себя чувствует достаточно уверенно. Вот. Итак, то есть качества этого плана – структура, стабильность, поддержка. И с этим планом бытия работают такие практики целители, мастера, да, как литотерапевты, которые, да, вы знаете, что делают массаж с камнями, то есть все люди, которые используют свойства минералов, камней, и сюда же относятся алхимики, которые делают все, что угодно, то есть они за научество, да, делают другое. Вот. То есть с каждым планом бытия работает своя группа мастеров. Кристаллы, камни, металлы, Да. И считается, что кристаллы и камни хранят память еще. Они как бы хранят память с начала формирования земной тверди. Как говорит Виана Стайбл, каждая песчинка хранит память о том, как пирамиды египетские строились, что происходило там тысячи, сотни тысяч лет назад. И поэтому много есть практик, да, когда с камнями проводят какие-то, не знаю, ритуалы и именно техники такие, когда человек погружается в прошлые жизни, есть такая техника кристальная раскладка, то есть к камням обращаются, да, к хрустальному, горному хрусталю, как многие любят хрустальный шар, да. То есть это все не зря, не просто так, это еще и хранилище памяти. Hard drive. Да, с начала времен, вот. Да. Вот такой первый интересный план бытия.